двух районов. Так можно, все присядем. Еще один. Нет, нам нужно сидеть как-то. Неудобно. Так, лучше не сидишь. Да. И вы беженцы из соседних районов, да? Вы здесь же жили? Да, да. А вот теперь вот построили новый... Это для вас? Переселяться скоро? Да, буду переселяться скоро. Когда? Это мы не знаем. Точно государство. Ну там уже фактически кончено, все готово, да? Все готово, да? Да. Ага. А сколько лет вы уже здесь? 21 год. 21 год. И это там такие временные жилье. Желательно, чтобы видели. Ну так было бы хорошо так пробежаться, пока еще светло. Нет проблем. Так вот, значит, как это... Значит, меня танымаянлар yok, ama ben bir neçe defa biz burada getirdik. Yardım paylamışız burada. Tamam, hoşunuz olsun. Ben eskiden biraz maşallah, zaten sesler devam edecek. Я пришел, кое-что, продукты, ткани, одежды, разные. Благотворительные акции. Да, акции, проводил. А он... Этот человек, я очень хорошо знаю, уже 14 лет. 14 лет уже? Да. Нет, я работал, я несколько раз. Он с нами давно помогал. Значит, Аудрис, демали Литваном, demeli Litvanın Jurnalistler İttifakı'nın sədir maviridir. Eyni zamanda Litvanın bu Avkas. Avkas ÖLTƏ deyilən bir çox popüler bir dərs. Həm video, həm də deməli şifahi yazılı bir dərsdir. Və biz bir neçə gün Azərbaycanda deməli hem bizim derdimizi danışmaya çalışıyorum. Ki orada bizim hakkımızda indikedinden sonra belki objektif malumat yaysın. Mocna hakkımız adım. Vakfet Piyatlı Ektan Munazat. Aydın Bikovski. Korespondent. Önlük Koçuk. Profesyonelist. Müzik. Он очень хорошо опубликовал несколько статей с фотографиями. Я лично очень благодарен ей. Если бы вы тоже поступили так, я бы очень был рад. Так и я думаю, что мы так же и поступим. Мы вообще от себя ничего не будем добавлять. Наш принцип. Мы с вами говорим, скажем, или с другими людьми, и все, что говорим, показываем. От себя не надо добавлять. Когда от себя добавляют, тогда уже начинаются. Жаль, что вы не помните фамилии этой литовской. Но это Татьяна Шаладзе. Она из Латвии. А, из Латвии. Я припомню сразу. Она из Прибалтики была. Она из Прибалтики была. Ну, она из Латвии, ну, латыши наши братья. Ну, латышин бабушкам, миндим машин бабушкам. Так что... Азербайджанское гостеприимство. И знаете, это очень хорошо, вот 21 год тому назад был, а вы помните. Вот, значит, сделал человек хорошее дело. Вот вы помните. Мы хорошего помним, плохого не забываем. Правильно. Ну, так, наверное, и мы так стараемся. Так что наше дело тоже показать все объективно. Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами. Вот всегда, это я надеюсь, всегда побеждает правда. Да. И знаете, вот только в мире пока что мало знают о вас. Очень жаль, что мало знают. Ну, потому что 20-25 лет этот процесс идет, да. А мир об этом очень мало знает. А это Мамы очень тебе. Жаль. Очень жаль. Вот. Да. А что виноват в этом? В этом, наверное, виноват наше средство массовой информации. Нехорошо информировали, Миш. Не только нет, наверное, одного виновного нету. Но дело в том, что... Дело в том, что и сами вы
как-то должны стараться, чтобы мир узнал. Я имею в виду азербайджанцев. Наверное, когда-то было что-то немножко упущено. Надо сразу делаешь, говоришь, люди спокойные, доброжелательные. Поступенные. Вот пока, наверное, вы поняли, что тоже надо кричать, надо миру показывать все это. Ну, прошло несколько лет. А знаете, несколько лет? Это уже много. И кто-то может опередить. Извините за прерывание ваше слово. 26 лет тому назад, 90-е годы, я встретился с эстонским корреспондентами. Я им давал очень много фотографий. Знаете, о черном январе. Черном, да. Наверное, вы этого знаете. Да. И там тоже прошло такие 13 января, по-моему, в Вильнюсе прошли. Да. И 9 апреля 91 года в Грузии произошло. В 86 году в Алмате произошло. И в 62 году в Праге. И еще Будапешт я знаю. Я все знаю. Да. Так что припомню просто. Да. Это все продолжение было. 62 года, 55 года. Это продолжение продолжалось. И в 86 году в Алматы. Потом... Знаете, хорошее у вас память. Дело в том, что мы тоже все помним. Поскольку и вы, и мы как братья. Мы же тоже от этого страдали. Я знаю, вы страдали. Нам тоже нелегко, народ и государство не такое уж большое. Извините, да. Когда меня за спиной стоял русский солдат, я прямо писал телеграмму Ландсбергису. Да. Наверное, вы знаете Ландсбергис. Да, конечно. А русский солдат прямо стоял, смотрел. Я прямо он видел и читал. Я сказал, поздравляю вас с Днем Независимости. Это было в 91 году. А тогда русский военный солдат, вооруженный солдат, стоял за мой спиной. Я не боялся. Он сказал, что ты что пишешь? Я сказал, что я Ландсбергису благодарность записываю. И скоро будут он меня записывать такую благодарность. Я прямо ее написал. Поздравление. Поздравление, Барс, сразу. Допустим, сегодня он объявил независимость Латвии. Следующий день я прямо с почты. И русский солдат стоял за моей спиной, он смотрел и читал. Я прямо перед его глазами записал. Поздравляю с Днем Независимости и желаю, чтобы мы тоже стали независимыми. Примерно 6-8 месяцев прошло, и мы стали независимыми. Они, по-моему, раньше нас стали. Потому что они, по-моему, в январе или феврале стали. А мы 11 марта 90-го года. Мы 91-го. Нет, 90-го. Мы в 90-м году объявили независимость. Да, самые первые. Прошло только один день. Я сразу... 12-го года. Дошла и телеграмма ему или не дошла, но все, так я выполнял свой гражданский долг. Сколько людей здесь?